В Магадане ожидается мощный циклон. По словам специалистов гидрометцентра, начнется он 3 ноября. Циклон охватит практически всю территорию Колымы. Магадан не станет исключением. Это то же самое. В Магадане мы ждем, во-первых, усиления ветра завтра днем до 15 метров при порывах. 8-13, порывы до 15-17 метров. Температурный фон существенно не изменится. Так будет около нуля, плюс 0. Плюс 5, 0, минус 5 ночью. Кроме того, в Магадане ожидаются осадки от умеренных до сильных. Их продолжительность 2 дня. На третий день они прекратятся во второй половине дня. 5 ноября ожидается понижение температуры. По словам экспертов, температура упадет до минус 3, минус 7 градусов.